Дорогие друзья, у нас урок сольфеджио. Мы сегодня будем учиться различать ступени мажорного лада. Перед вами гамма мажорная. Надеюсь, здесь все понятно. В гамме 7 ступеней. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, до. Три из них устойчивые. До, конечно, первая ступень самая устойчивая. Но третья и пятая тоже устойчивые, поэтому тоническое трезвучие, которое образует первое, третье, пятое, до, ми, соль, звучит так устойчиво. Сначала пойте со мной. После этого я буду показывать вам ступень, а вы пытаетесь ее спеть, прежде чем спою ее я. Если вам покажется это легко, значит просто переходите к следующему уроку, потому что со ступени на ступень можно прыгать более изощренно. Пойте со мной. До, ре, ми, ре, до, ми, ре, до, ми, фа, соль, до, соль, ля, соль, фа, ми, ре. Пойте, прежде чем спою я. До. Дальше. Ре. До. Ре. До. Ми. До. Ми. Фа. До. Соль. Ля. Соль. Фа. Ре. Ми. До. Соль. Фа. Соль.